Слушаю. Здравствуйте, Вера Александровна. Да. Очень приятно. Меня зовут Анастасия, специалист сопровождения вашего заказа «Королевские розы». Хотела вас оповестить, заказ в почтовом отделении. Вам когда удобнее получить заказ? Это так срочно, что ли, надо? Нет, мы вас только оповещаем. Может быть, вас не приходил ли СМС? Вообще, заказ у вас до 23 апреля на почте. Mm-hmm. На каких числах удобнее будет? Не знаю пока. Скажите, пожалуйста, Павлова, отправитель, ИНН, вот ее указан. А я пробила ее, она, оказывается, ликвидирована. Это фирма. 30 апреля 21 года, ровно год назад. Это что такое? Нет, нам помогает интернет-магазин. Я не знаю, я вижу, что фирма Павлова, и мне скинули ее ИНН, указано отправитель ИНН. Я пробила, и фирма ликвидирована. Я не знаю, кто мне отправил тогда. Что за фирма? Нет, нам помогает интернет-магазин. Да, мне наплевать, кто вам помогает. Я вас спрашиваю, Павлова фирма ликвидирована. Кто мне отправил посылку тогда? Если фирма ликвидирована, как могли мне отправить посылку? Нет. Что нет-то? Ну, давайте проверять. Отправитель Павловна. Итак, ты дослушай меня, а потом будешь перебивать. Не надо со мной в параллель говорить. Отправитель Павлова. ИНН 5022046429964. Москва. Пробиваем. Личный ННН фирмы, значит, 69520285258. Фирма ликвидирована 30.04.21. Город Тверь. Присылает мне почему-то с Давыдкова. Значит, это левый адрес. Я не могу такую посылку получать. Там не знаю, что положено. Нет, вот я также ввела данные торговли розничной по почте, по информационной... У меня обратный адрес Павлова указан. Ты слышишь меня? Обратный адрес... Я вот вам говорю, я... Адрес отправителя указан Павлова и указан ИНН. Я его пробила. Что мне отправить? Что мне... Вы указываете то, что надо. Не знаю. Я не смотрю. Вот где именно вы читаете информацию? Ну, а что мне читать? Давай открываем. Я вам говорю, что она помогает. Вот я тебе говорю, мне не надо помощники, которые ликвидированы. Нет, наша фирма, она не ликвидирована. Ну, я не знаю, значит, вы указываете левый адрес. Нет, мы заботимся. Нет, вы указываете левый адрес, я не хочу с левого адреса ничего получать. Нет, нет, вы можете позвонить на горячую линию. На горячую линию. Причем вот здесь горячая линия? Что мне ваша горячая линия? Вы смотрите в интернете, там, знаете, может быть недостоверная информация. Да что вы говорите? Недостоверная информация, что фирма ликвидирована? Ну, я такой информации не вижу. Ну, давай открывай. Вера Александровна, я... Давай открывай. Я тебе продиктовала иногда. Фирма... Нет, фирма не ликвидирована, нет. Джазбук вообще, левая фирма тоже не ликвидирована, но у нее нет даже и деревьев у этой фирмы. Не знаю. Ну мы вам, как же мы вам отправили посылку? Ну я и говорю, с левого адреса отправили. Нет, ничего подобного, мы таким не занимаемся. Ну а чем вы занимаетесь? Сертификат. Ну, наговорить-то можно, знаешь, я могу наговорить, что я генерал армии. Нет, и тоже... мы с вами обговорили в диалоге по условиям оферты, мы вам обязательно... Я не знаю, наговорили, что будут фрукты трейд отправлять, а вы звоните с какой-то непонятной фирмы. Just Good и отправитель вообще Павлова. Нет, мы вам у меня все записано, у меня все записано. У нас тоже все записано. Вот, отправитель фрукт трейд прислала Павлова
фирма, которая ликвидирована. Ну что, будем дальше спорить? Что нет-то? Нет. Что нет-то? Нет. Ну что, будем дальше? Ты можешь говорить мне нет, я буду говорить да. Я говорить буду да, ты мне опять нет. Вы можете говорить так? А потому что я не могу разговаривать с человеком, который меня обманывает. На вы. Мы вас не обманываем. Не, вот началось. Но я вижу, что отправитель Павлова, а не Фруктрейд. И ННН не совпадает, ничего не совпадает. Ну что, в это а самое... Павлова Елена Петровна, торговля розничная по почте. Ну. Она отправитель. Да, она фирма не... ликвидирована, я тебе она еще раз говорю. Она не фирма ликвидирована. Вера... Слышишь меня? Вера Александровна. Фирма ликвидирована. Ликвидирована. Так, я открываю прямо при тебе. Так, сейчас я открываю при тебе. Интернет, забиваем ИНН, так, 50, 200, 464, 99, 64. Так, смотрим. Павлова Елена Петровна, так, ИНН совпадает? Совпадает. Сейчас мы этот ИНН набьем. Так, открываем. ИНН 69, 52, 02, 82, 58. Набираем. Вера Александровна, вам... Набираем. Вообще, контрагент, профмастер. Ликвидирована Тверь. Ну и что? Что ты мне говоришь-то? Павлова Елена Петровна. Численность работников ноль. Ну, что дальше будем спорить? Организация ликвидирована 30.04.2021 года. Все, ничего не знаю. С левыми фирмами не работаю, тем более вообще профмастер. Ну, что, будем дальше спорить? Нет, я вам сказала достоверную информацию. Я тоже говорю достоверную информацию. Не в наших интересах вас обманывать. Ну, не знаю, вот значит обманываете в ваших интересах обманывать людей. Нет, нет, поверьте. Что нет-то? В наших интересах. Наши ну что, я читать не умею, что ли? Ну? Я не знаю, где вы читаете. Я читаю в интернете. И вообще она торговала мебелью, так, спортивным оборудованием, играми, игрушками, одеждой, мужской, женской, детской. Что еще-то? У нее вообще никакого отношения, она никакого отношения к розам она не имела. Вы дали мне ИНН, который вы мне прислали, я его пробила. Что еще надо? Значит, вы даете мне левый ИНН, левой организации, отправляете от левой организации, потом хотите, чтобы я это... посылку получила, а куда я потом буду претензии предъявлять? Вы по всем фирме, которая ликвидирована год назад. Павлова. Нет, вы можете нам обратиться на газету. Нет, да куда обратиться-то, Павловой, которая ликвидирована фирма? Ты сама-то думаешь, что ты говоришь? Фирма, которая ликвидирована, я буду обращаться. Как я, куда я буду обращаться, наша если фирмы нет? Называется «Королевские розы». «Королевские ваша розы». Фирма называлась «Фруктрейд». Отправитель Павлова. Я читать умею. Павлова, который не существует фирмы. Почему вы с левой организации отправляете посылки? От левых организаций я посылки получать если не буду. Если ознакомитесь... Я от левых организаций я ее получать не буду, так как посылка левая.
Так как мы официальные представители, не знаю, какой вы представитель, пожалуйста, обращайтесь, я тоже обращусь, что место. Вам всего доброго, до свидания. Давай, гуляй, да. О, живые появились. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Владимировна? Ну? Вас приветствует интернет-магазин «Отдел доставки». Меня зовут Елена. Угу. Хотим сообщить, что ваш заказ «Домашняя ягодница» прибыл в ваше почтовое отделение. Вместе с заказом вы получите сертификат-бонус, скидку на следующую упаковку в размере 2000 рублей. Скажите, пожалуйста, Наталья Владимировна, когда планируете забрать заказ? Ягодница. Сейчас посмотрим. А кто такая Чеботарева Светлана Викторовна? Я не знаю, кто такое Светлана Викторовна. Кто такое? Чеботарева. Отправитель Чеботарева Светлана Викторовна. Вы уже получили заказ, Наталья Владимировна? Я спрашиваю, кто такой, как ты сказала, Чеботарева Светлана Викторовна. Наталья Владимировна, вы получили уже заказ? Нет, конечно, не собираюсь. Раз по какой причине вы отказываетесь, Наталья Владимировна? Наталья Владимировна, ну? По какой причине вы хотите отказаться от заказа? Я спрашиваю, кто такая Чеботарева Светлана Викторовна, и что у тебя со связью? Я третий раз, Наталья Владимировна, раз отвечаю, я что я не знаю. Ну так а что тогда звонишь, если ты не знаешь? Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, когда вы планируете забрать заказ? Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, когда вы планируете... Чеботарева зарегистрирована в Волгограде. Фирма ее ликвидирована 28.12.2020 года. С какого хрена она мне прислала посылку? Наталья Владимировна, но мы работаем напрямую. Так, вы хотите услышать ответ, фирма. Наталья как Владимировна? Как она не могла прислать посылку, если ее фирма ликвидирована? Наталья Владимировна, вы хотите услышать ответ? Хочу. Можно 2 минуты буквально, ну, давай, не перебивая? Ну. Мы работаем напрямую с производителем, но в осуществлении отправки нам помогают наши партнеры, индивидуальные предприниматели. Это стандартная практика сейчас на рынке, и в этом нет ничего сомнительного. Наша компания на рынке уже более 6 лет и зарекомендовала себя с положительной стороны. Пока заказов не много. Поэтому... Как она могла отправить, если ее фирма... Я просила 2 минуты, Наталья Владимировна. Слышь меня, Светлана Викторовна, Наталья фирма ликвидирована. Она должна вообще в Волгограде быть. Какого хрена она с Москвы отправила мне посылку? Еще раз послушаете? Так ты уже мне сказала, отправила частное лицо, которое ликвидирована фирма. Как она мне могла отправить посылку-то? Как Наталья я могу деньги отправить человеку на фирму, которая ликвидирована? Ты-то меня Наталья Владимировна, но... вас... Да вы меня тоже можете послушать хотя бы минуту тогда. 2 уже не буду просить. Ну да, послушайте раз минуту. Послушай свои доводы, которые ничего не дают. Наталья Владимировна, мы на рынке более 6 лет. Мы так сотрудничаем с разными партнерами. Возможно, с какого-то вот ИП была отправлена вам посылка. Ну, так она отправлена от Чеботарева ИП, которая ликвидирована. Вот. Сколько раз так повторять одно и то же? Как она могла так, отправить посылку? Я сейчас посмотрю, посылку? Сейчас мы посмотрим в трейдинге, ну, в истории. Смотри, давай смотри. Никуленко Роман. Отправка. Склад фасовки у вас Санкт-Петербург. Ну, доставка. Не с Москвы. Псковская. А Чеботарева же... Кто вам обещал, что... Волгограде. Скажите, пожалуйста, мне Наталья Владимировна, включить. Кто обещал вам, что с Москвы? Мне Наталья запись включить. Мне запись включить. Я сама могу прослушать запись. Ну, давай вот и слушаем мою запись.
Наталья Владимировна, я не могу столько времени... Фирмирована в Волгограде. С какого хрена она мне отправила посылку? Фирма Наталья Владимировна, ваша посылка, я смотрю, откуда отправлена. Склад фасовки, Санкт-Петербург. Причем здесь Волгоград, Наталья Владимировна? Так Чеботарева зарегистрирована в Волгограде. Вот я тебе что говорю-то? Ты хоть включи мозги. Я не знаю вообще никакой Чеботарёвой, понимаете? Я смотрю, кто? Где у вас отправитель. Не могу посмотреть. Кто? Отправитель, открой подписку и посмотри, кто отправитель. Отправка, склад фасовки, Санкт-Петербург. Я третий раз вам повторяю. Светлана Викторовна, отправитель, ее ИНН, пробила этот ИНН. Он числится в Волгограде, ликвидированная фирма. Ну, посмотри. Сейчас мы посмотрим, что у нас пишет сейчас сайт Почты России. Ну, что мне? Я смотрю сайт Почты России. Так, Печоры. Не вижу я ни от кого тут отправлено, нету здесь как никаких, то, что ну, давай вы мне набирай, там рассказываете. Набирай трек, а я вот вижу. Нет, у меня такой информации но получается у меня зато нет. Есть отправитель. Так, Наталья Владимировна, скажите мне четко, Наталья Владимировна, скажите мне четко, по какой причине вы хотите отказаться? Ну я тебе сколько раз буду одно и то же говорить, а? Отправитель четко, Чеботарева, который я ничего не заказывала. Фирма ее ликвидирована. Еще раз повторить. Так, я поняла. Вы хотите отказаться, потому что вас не устраивает, что конечно, там находится ИП. Конечно, меня не устраивает отправитель. Угу. Хорошо. Менеджер вам озвучил всю информацию по товарам и ценам. Вы подтвердили заказ. И что? Компания его отправила по вашей просьбе и понесла расходы. Да. Вам необходимо выкупить. Компания или Чеботарева? Выкупа... А кто понес расходы? Компания или Чеботарева? Наталья Владимировна, компания имеет право обратиться в суд для давай возмещения обращайся. Своих а расходов. Кто будет обращаться? Компания или Чеботарева? Наша компания. Да как правительство Чеботарева, с какого хрена компания-то будет обращаться? Ваш заказ будет храниться до 3 мая. Отправитель Чеботарева, с какого хрена будет обращаться компания? Я уже вам объяснила. Ну да как правитель Чеботарева, при чем здесь компания-то? Все, я вижу, разговор наш зашел в тупик. Я вам объяснила, что наши партнеры это индивидуальные предприниматели. А кто будет обращаться, да? И деньги я должна дропа послать. Юридический отдел будет обращаться. Юридически давай, адвокатов подключай, жду. Хорошо. Бегу и спотыкаюсь, прямо обосралась уже вся от перепроживания. Все, мы все поняли вас. Ну, давай. Всего доброго, до свидания. Угу, звони. Да. Угу, звони, если Слушай. Ну, говорите. Добрый день, Наталья Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте, вас приветствует отдел доставки интернет-магазина. Меня зовут Патимат, ваш заказ «Домашняя ягодица». Уже находится в вашем почтовом отделении. Также в посылке содержится бонусный сертификат в размере 2000 рублей. Это вам скидка на следующую покупку. Скажите, пожалуйста, когда вам будет удобно получить ваш заказ? Ягодница. Она когда пришла? 1 числа? Да, ваша посылка пришла 1 апреля. Сегодня у нас какое, 18-е? Кто такая Чеботарева Светлана Викторовна? Хотелось бы мне знать. А, Наталья Владимировна, мы работаем напрямую с производителем, но в осуществлении отправки нам помогают наши партнеры. Индивидуальные предприниматели. Это стандартная практика сейчас на рынке. Нет, и в этом нет ничего сомнительного. Не надо мне такой ответ. Чеботарева я не заказывала. Я заказывала в фирме. Как фирма называлась, где я заказывала, вот они должны были мне отправить. А у Чеботарева я нет. С каких-то хренов я Чеботаревой буду денежку отправлять, если я у нее ничего не заказывала.
как я уже говорила, что... Я говорю, я у Чеботарева не заказывала, денежку я ей не собираюсь отправлять, я заказывала фирме. Фирма как называется? Уточните мне, пожалуйста. Какой я фирме заказывала? Наталья Владимировна, Сад-огород? У нас отдел доставки. Я заказывала фирме «Сад-огород». Вот пусть мне эта фирма пришлет, тогда и будем разговаривать. А Чеботарева я вообще никакого отношения не имею. Я договор оферты с кем заключала? «Сад-огород» или с Чеботаревой? Наталья Владимировна, наша компания работает на рынке уже более... Я еще раз спрашиваю, договор оферты я с кем заключала? Ты мне ответишь на вопрос или будешь дальше свой скрипт читать? Наталья Владимировна, при заказе вы оговаривали вопрос о том, кто договор будет отправлять вам? «Сад-огород» фирмы. А Чеботарева там даже не было никакого упоминания о ней. Так что мне не надо говорить ни о чем. Наталья Владимировна, заказов много, поэтому нам требуется помощь в осуществлении всей нашей деятельности. Обычно даже, если люди отправляют посылку, у вас помощь требуют, они отправляют все равно от фирмы, а не от себя лично. И денежка идет на фирму, а не частному лицу, к которому я не имею никакого отношения. Позвольте, я скажу. Но... Давайте я вам отправлю номер горячей линии и адрес. И не надо мне ни номер горячей линии, ни адрес, где вы ничего заказывали? Не надо. Я знаю, где я заказывала. Я заказывала в интернет-магазине, где было указано. У меня даже запись осталась, где они говорят, что отправитель «Сад-огород» Чеботаревой там даже не упоминалось. Так что от Чеботаревой я специально спрашиваю, кто будет отправитель. Ну, так, Наталья Владимировна, я не буду ни с кем связываться. Вы не слышите меня? Нет, и не Всего хочу доброго, слышать. До свидания. Все. Ну, что, молчим-то? Здравствуйте, Наталья Владимировна. Ну, слушаю. Отдел доставки вам звонит. Меня зовут Оксана. Связь такая, ну, что ли? Вас плохо слышно. Вы меня слышите? Да я-то вас слышу, только плохо слышу. У вас что, отдел звонит по поводу вашего заказа. Домашняя ягодица ожидает на почте вас. Отдел также доставки? У вас еще будет отдел сертификат. Чего? Да. Отдел доставки посылки чего? Вашей. Посылки вашей домашней ягодницы. Посылка до 1 мая будет вас ожидать. Скажите, пожалуйста, успеете получить? Ну вот на майские поеду в деревню, как раз получу. И пусть пока лежит. Вот до 1 мая будет ожидать. Успеете получить до этого времени? Вот, постараемся. Будете получать, возьмите, пожалуйста, не забудьте паспорт и номер посылки. Приходила я сама вам на телефон или извещение? Светлана Викторовна. Ну, дело в том, что мы работаем напрямую с производителями. Давай, но давай не отлынивать от этого вопроса. Чеботарева Светлана Викторовна, ответь мне, пожалуйста. Я же она вам что, отвечаю. За посещение отправки нам помогают наши партнеры. Она скупает товар, потом перепродает, я так понимаю. Это по осуществлению отправки нам помогают да? индивидуальные предприниматели. Нет, это стандартная практика сейчас на рынке. Я у Чеботарева ничего не заказывала. Она что мне там положила? Смотрите, я же вам объясняю, что у нас заказов много, а нам помогают много? Частные предприниматели. Много заказов? Ну, конечно. Наша компания более 6 лет на рынке работает. И поэтому нам требуется помощь в осуществлении всей нашей деятельности. Светлана Викторовна, у нас чем занимается? В Санкт-Петербурге, да? Посылка откуда идет? В Санкт-Петербурге, все верно. Да. Так.
Торговля розничная, впрочем, пищевыми продуктами, ну ладно. Косметика, гигиена. Ну и что? Так она занимается торговлей, да? В общем, она перекупщица, я так поняла. Это Светлана Викторовна. Наталья Владимировна, мы служба доставки, которая сотрудничает со многими интернет-магазинами. Но... мы осуществляем сопровождение отправленных посылок от магазина клиента. Что-то не похоже на... Мы, к сожалению... Не на москвичку, у нас в системе, к сожалению, не имеет... Не имеется информации, кто является отправителем вашей посылки. Этой информации у нас нет в нашей системе. А ты откуда родом? С Ростовской, да? Многие. Откуда родом-то? Это у тебя какой-то... Мы звоним из единой службы доставки. Мы звоним из Москвы вам. А в Москве так разговаривают, да? С Москвы многие... Я спрашиваю, ты не... Что вас не устраивает? О чем у вас вопросы? Вы можете всегда обратиться на горячую линию по каким-либо вопросам, если вам что-то непонятно. У нас горячая линия работает каждый день с 10 утра до 7 вечера, кроме субботы и воскресенья. Хорошо, есть номер горячей линии в телефоне? Приходила смс вам? Горячие девушки с Ростовской области или откуда ты? Ну? Номер горячей линии имеется у вас в телефоне? Горячие, найдем. Ну, хорошо, находитесь. Спасибо вам большое за уделенное время. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Здравствуйте. Добрый день, Наталья Борисовна. Здравствуйте. Звонок по делу доставки. Наталья Борисовна, вы заказывали виниры. Вы забрали свой заказ? Нет. А почему не забираете? А кто там отправил их? В заказе находятся ваши виниры. Я поняла. Вам кто отправитель? Кто? Я тебя спросила. Отправитель кто? Отвечай на мои вопросы. Не торопись. Тыкайте, пожалуйста. Я звоню вам. Да как хочу, так и разговариваю. Я говорю, кто отправитель? Вам сказать, что компания готовит иск в суд по статье мошенничества. Ой, блядь, еще одна дура. Это штраф. Ну, еще. Да я это самое, насрал на твои штрафы. При этом ваше присутствие в суде на заседании будет необязательно. Ой, да что ты говоришь? А приставы взыщут... А зато твое обязательно скоро будет в суде. Тебя посадят за твое мошенничество. Слушаю. Здравствуйте, Наталья Семеновна. Слушаю. Очень приятно. Меня зовут Ирина, я менеджер по сопровождению заказов. Вы заказывали у нас препарат Арсофит. Скажите, пожалуйста, вы уведомление с почты получали о том, что вас посылка ожидает? Сейчас посмотрю. Пришло 7-го, 4-го, что ли? Да, она у вас уже давно, он ждет. А кто такая Павлова? Что? А кто такая Павлова? Отправитель Павлова. Это кто такая? Что за тетя? Ну, это со склада пришла посылка. Ну, а Павлова кто такая? Это надо указывать склад, какой склад. А тут отправитель Павлова. Сейчас просмотрим, что за Павлова. Вот, видимо, на интересе. Не знаю, это честно, какая хозяйка. Что? Какая хозяйка склада? Сейчас мы ее откроем, посмотрим. Так, они какой-то тут МММ не прислали. Сейчас мы ее пробьем, эту Павлову. Так у вас посылка, что ли, на руках? У меня есть трек на руках. Понимаешь? А в треке указан обратный адрес
Касается Павлова. А, да, трек у вас есть. Ну, все, сейчас мы ее посмотрим, эту Павлову. Павлова Елена Петровна, чем она у нас занимается? Так, и что у нас? Она с Твери? А посылка у нас откуда пришла? А? Посылка. Ну, там у вас написано, наверное, откуда пришла? Ну, я сейчас открыла пока Павлову, а не трек. Что-то мы дальше слышим. Чем у нас Павлова-то занимается? Интересно. Прямо мне интересно стало. Почему Павлова? Да еще и с Твери. Посылка, насколько я поняла, пришла из Москвы, да? А Павла у нас зарегистрирована. Она зарегистрирована в Твери. Так, деятельность автомобильного грузового транспорта. Так, предоставление услуг по перевозкам. Ну, так она, при чем здесь Павлова? Мне должен был послать Орсофис Аргус. Вот, я звонила. Вам Аргус и послал? Нет, мне послала Павлова. Обратный отправитель Павлова. Аргус мне ничего не прислал. Если бы мне прислал Аргус, на обратный адрес был бы Аргус. А тут написано Павлова. Да, что у меня еще, чем занимается? Мы сейчас посмотрим. Вам у вас в посылке будет декларация? Не надо мне ничего, эту самую декларацию. Я не буду от Павлова ничего получать. Вы что, издеваетесь, почему? Что ли? Да не хочу. У вас в посылке будет декларация о соответствии. Да при чем здесь декларация? Я у Павлова, я тебе еще раз объясняю. Я у Павлова это ничего не заказываю. При чем здесь Павлова-то? Я с кем заключала договор оферты? Или оферты, правильно? О, оферты, правильно. Ну да, вы заключали с нами договор оферты. С кем? С кем? С компанией, с обществом. Вот, пусть компания мне присылает. У вас декларация о соответствии будет. Не надо мне посылку. Я не буду брать посылку, ты понимаешь или нет? Я же тебе объясняю, что посылка пришла от Павловой, с которой я вообще знать не знаю, где не ведаю. Кто такая Павлова? Поверьте, она вас тоже знать не знает. Да мне не надо от нее ничего склада. Тогда и получать от этой Павловой. Если я ее знать не знаю, она меня не знает. Я ее вообще с ней не общалась. Ну, пусть позвонит, я с ней пообщаюсь. Говоря, на каких основаниях она мне прислала посылку? Что она мне там прислала? Я вообще не понятно. То, что вы заказывали на посылку. Не знаю. У нее-то я не заказывала. У нее-то вы заказывали у нас, у компании Аргус. Вот. Так вы и пришлите мне. Причем здесь Павлова? Мы вам и прислали. Нет, мне прислала Павлова. Мы вам прислали... Нет, обратный адрес написано Павлова. Я читать умею, там русскими буковками написано Павлова. У вас в посылке будет декларация. Нет, посылки не надо, мне нужен обратный адрес, чтобы был указан. Я специально... И обратный адрес там тоже будет указан. Я когда... Ты слышишь меня? Ты дослушай, потом будешь меня перебивать. Не говори со мной в параллель. Я, когда заказывала этот ортофин, я специально спросила, кто будет отправитель. Мне сказали, будет... Так. Ой, это не ортофин. Это самый... Не ортофин. Это у нас другое, да? А, ортофин, вот. Мне сказали Аргус. Специально спросила, кто будет отправитель. Мне сказали Аргус. Павловой там даже не намекал. Намека не было об этой Павловой. Поэтому я ничего Павлова, не знаю. Я могу прослушать. Препарат. У меня разговор, кстати, записан. Да у нас тоже все разговоры вот, записаны. Вот, очень хорошо. Открой разговор и переслушай. Кто мне должен отправить посылку? Я специально... Я знаю, кто вам должен отправить посылку, вот. Кто вам ее отправил. Аргус.
Вот арбуз и отправил. Вот когда будет обратный адрес арбуз, тогда и будем разговаривать. Наталья Семеновна, посылка у вас до 7 мая на почте. Да будем же дальше обратно. Иначе убери. Мы будем вынуждены подать иск. Ой, это у вас есть адвокатская контора, да? А какая у вас адвокатская контора? Измайлова? Они уже мне звонили как-то. Нет? Я не знаю, кто вам там звонил с адвокатской конторы. Я просто напоминаю вам о договоре оферты, который вы с нами заключили. Да, ну что, вас мало ли я что с кем заключаю. Пожалуйста, забирайте. Нет, я забирать от Павла ничего не буду. Я же тебе сказала. Хорошо, тогда мы подадим из суд. Давай, контакт, я буду судиться с вами. Очень хорошо. Мне это нравится даже. Как вы будете на это отвечать? Хорошо. Ага, еще с IP-телефонии. Почему у вас нет прямого телефона? Почему у вас нет? Почему у вас нет прямого телефона? Почему вы постоянно звоните мне с IP-телефонии? В целях экономии ваших денежных средств. Нет, а у меня низко, так что не переживай за меня. Ну вы же не одна у нас. Ну что, так обходящие-то звонки все бесплатные. Обходящие-то звонки все бесплатные, а вы звоните с IP-телефонии, это вы экономите. А исходящие подключите такой тариф, чтобы можно было дешево звонить. У нас в посылке есть телефон горячей линии. Не надо мне посылку, я сказала. Мне не надо посылку. Что, ну, я хорошо, пойду сейчас открывать посылку? Ну, так я говорю, я жду. Давай. Хорошо, жди. Давай, ага, подавай. Жду с нетерпением. До свидания. До свидания. Слушай. Здравствуйте, меня зовут Виолетта, компания «Нативи», отдел доставки. Ваша посылка ожидает на почте. Когда планируете получить посылку? А вы кому звоните? Наталья Степановна мне звонит. Кому вы звоните? Наталья Степановна. А, Наталья Степановна. Так с этого надо начинать, милые мои. А то здрасте, я такая-то такая. А фирма ваша какая? Я вам предсказала фирму. Меня зовут Виолетта, компания «Нативи», отдел доставки. Ага, и что там пришло с отдела доставки? Тризор. Тризор пришел? Тризор пришел. Сейчас посмотрю, что там у нас с Тризором-то. Нашла. Так. Он пришел 19-го, да? Да, срок времени посылки до 19 мая. Ну, еще время есть. Пусть пока полежит. Когда планируете получить? За исключение срока хранения получается? Ну, может, пока еще уехал в командировку, пусть пока полежит. Денежку не привез мне. Вот как привезет, так я пойду и получу. Всего доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте, Широкова Наталья Степановна. Ваши данные переданы коллекторам. Заберите посылку 14,8, 28,70, 09,38, 59. Адрес почты Кирова, улица 14. Здравствуйте. Ваша покупка ожидает вас на почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Остаюсь. Так, Нина Александровна? Да, слушаю. Я делала заказ на многофункциональную лопату для выживания брызгой обновленную модель проволочной. Вы вечную спичку. Посылка ожидает вас на отделении почты. Подскажите, смс-трек номером приходила вам? Вечная спичка? А что-то мне про нее ничего не говорили при заказе. Сейчас посмотрю. Она идет конкретно в наборе. Да. Ну, она сейчас посмотрю. Значит, я помню, у вас оплата 7070 рублей, почтовый перевод. Положный платеж, почтовое отделение, почта Красная, дом 3. И когда планируете заказать ваш заказ? А скажите-ка мне, пожалуйста, кто такой Трофимов Александр? Это наш поставщик. Сколько у вас поставщиков? Так а я у него разве заказала? Поставщиками данного товара, поэтому денежные средства отправляются
Я с ним договор не заключала. Ты послышишь меня? Ты меня слышишь? Я с ним договор не заключала, поэтому он не имеет права мне ничего отправлять. Ты меня не перебивай, потому что я все равно буду на своем настаивать. Ты мне не перебьешь. Так что мне нужно посылку от интернет-магазина, а не от Трофимова Александра. Я у него ничего не заказывала. Пусть он сам себе забирает свои лопаты. Хорошо, значит, в случае невыкупа на вас будет возложен штраф, превышающий. Ну, юридический отдел у вас есть даже, да? У вас есть юридический отдел? Или ты будешь юридическим отделом? Да передавай куда хочешь. Я прямо так и напугалась уже. Ну, давай. Все? Высказалась? Хорошо. Так я говорю, передавай. Я уже жду ваш юридический отдел, никак не дождусь. Ну, а кто будет юридическим отделом? Ты? Да не выкуплю, конечно, от Трофимова тем более. Я с ним ничего общего не хочу иметь. Все, слилась? Здравствуйте. Нина Александровна, меня зовут Александра. Я менеджер отдела контроля выкупа заказов. Заказ сделали на многофункциональную лопату для выживания. Заказ ожидает на почте. Почему его не забираете? Так, сейчас посмотрим, что за лопата такая. То, что вы заказали, то и отправили. Да. Ну, сейчас посмотрю, подожди. Что-то я не найду эту лопату. Себя. А, нашла. Я хочу напомнить, что вы были инициатором заключения устного договора оферты. Да. В случае невыкупа будут начислены штрафы, превышающие сумму заказа. Также да что ты говоришь? Базу неблагонадежно покупать. Весь крипт выучила, молодец какая. Поэтому давайте данный вопрос уладим мирным путем, когда вы свой заказ заберете. Так у меня 5 кредитов, мне 6 не дадут. Что дальше? Нина Александровна, но также будут и штрафы. Ну, штраф? О, а кто штраф-то выпишет, спроси. Да кто штраф-то выпишет, ты мне скажи. Штраф-то кто выпишет? Кто штраф-то мне выпишет? Скажи мне, пожалуйста, а? Юридический отдел, он у тебя есть? А ты завтра будешь звонить от лица юротдела, да? Ну, так я и говорю, юридический отдел. Не, мне лопата такая не нужна. Там не все положили. Там положили железяку. Ну, так я говорю, суд. Ой, ты как хорошо читаешь скрипт. Все? Ваша покупка ожидает вас на почте. Ой. Для получения информации не оставайтесь жду. На линии. Не жду. Давайте, говорите. Кто? Здравствуйте. Меня зовут Богдан, я менеджер отдела контроля выкупа заказа. По поводу вашей посылки. Заказ находится на почте 15 дней уже. Почему еще заказ не забрали? Подскажите, когда будет удобно вам подойти. А что ж там пришло-то мне, Богдашечка? Ваш долгожданный заказник. Какой? С чем? Вот. А? С тем, что вы у нас заказывали. А что я заказывала? Что к вам пришло на почту. А давай по буквам поразгадываем, как Алтынай, а? Мне так нравится. А тебе привет от Алтынай еще передала. Ольге Борисовне тоже привет. Ой, ну давай поразгадываем. Что там пришло-то мне? Давай. Давайте не будем в поле чудес. А давай не давай, давай поразгадываем. Мне так нравится, когда ты с ней разгадывал по буквам. Давай я поразгадываю. Ну какая первая буква? Ну-ка скажи мне, какая первая буква? Чего не надо-то? А чего не надо-то? Ну, давай по-своему придумаем. Ну, давай другую схему придумаем. Ну, давай, Богдашечка. Я так ждала твоего звонка. Ты меня вообще... На меня обиделся, что ли? Давно мне не звонил, а? Да ты, я с тобой уже 100 раз разговаривала. Ну, давай. Ой, и тебя с праздником, Богдашечка. Ну, так что там мне пришло? Ну, что мне пришло? Может, у меня трека нет? Ну, ты мне скажи, я посмотрю, трек есть у меня или нет. У вас трек точно есть.
Да у меня много номеров, и некоторые смски у меня уже не проходят. Мне надо знать трек. Ну, скажи, какой трек хотя бы скажи? Не скажу. Вот. У вас он есть в смске. Так я же тебе объясняю. У меня не все смски проходят. У меня телефон перегружен уже. У меня же кнопочный телефон-то. А там только 15 штук проходит. Вот я приехала с дачи, а у меня телефон перегружен. И звонков море, и смс-ок море. Я ж не буду все телефоны с собой возить. Так на какую почту-то? Ты скажи, а ну скажи хотя бы, на какую почту-то? Куда мне идти-то? На какую почту? У меня аж адресов там много. Она у вас одна единственная. Да нет, у меня плавающие адреса, как у Ольги Борисовны. Плавающие адреса, плавающие имена. Видишь, как у нас? У нас все одинаково с Ольгой Борисовной, Салтынай. Да, конечно, бывает, даже, да, и имена бывают одинаковые. Вот. Адреса только у нас не разные. Все, тогда я вам могу порекомендовать только одно. Прийти в паспортный стол, да, сменить фамилию, имя, отчество на Кожевникову Нину Александровну и благополучно забрать заказ. Ага, Кожевникова Нина Александровна. Сейчас мы смотрим, что у нас Кожевникова Нина Александровна заказала. Вот видишь, все-таки ты... Вот какой ты догадливый, а? Ой, Богдашечка, как ты мне нравишься. Так, а где у меня Кожевник? Да что-то у меня нету Кожевниковой. Нины Александровны. О, нашла. Лопата! Лопата дорогая! Да, есть, 27-го пришла. Ну, пусть еще полежит. Ага, я у Трофимова тем более ничего не заказывала. Ты же знаешь, что я буду тебе отвечать. Как это не заказывали? Ну, у Трофимова-то я не заказывала. Прям у Трофимова и заказывали? Не-не-не, у Трофимова да. Ничего не заказывали. Да вам ладно, Богдан. У Трофимова прислала вам заказ. Не-не-не. Скажите-ка вам, пожалуйста, в какой день будет удобно заказывать? Ну, это ж надо во Владимирскую область ехать. Ну, ты что, Богдашка, я же в другом районе, регионе живу. Не, я туда не поеду. Ты же знаешь, что я там не живу. Я не поеду во Владимирскую область. Суздаль хороший город, да, красивый, исторический, но туда я не поеду сейчас. Вы можете прийти до вашего почтового отделения, написать заявление на предадресацию. Так у меня же плавающее имя, Богдашечка. Я ж не Нина Александровна, ты же знаешь это. Ну, пусть лежит, но она потом вернется к тебе, Богдашечка. Не, не смогу, не могу. Ну, ты же знаешь, что я не смогу. Ты же знаешь мой ответ. Не. Ну, что? Ладно, вот тут это самое. Я сегодня, кстати, с Алтыной общалась. Она тебе привет передает. Так что сейчас я ей тоже пообщаюсь с ней и передам от тебя привет. Ладно? Передавать? С удовольствием. С удовольствием, да. Молодец какой ты. Ну, я все, ознакомил меня со своим скриптом. Очень хорошо, очень забавно, мы уже лучшие друзья с вами. Конечно. Но я вас должен напомнить, что во время оформления заказа именно вы были инициатором. Вы ну, ты скриптом можешь мне не читать, ты уже, я его наизусть знаю, ты же знаешь. За год я уже эти скрипты выучила. Ну, ты же знаешь, что ничего не будет. Ни штрафа, ни коллекторов. Кредиты мне не нужны. За границу у нас закрыто. Я не собираюсь никуда ехать. Ну, ты же все это сдаешь. Богданчик, ну, скрипт поменяй только, ладно? В следующий раз почему-то умное придумай. Все, договорились? Ну, не смогу я его забрать. Ну, ты же знаешь, что я не смогу. Я живу в другом регионе. Я вам предложила решение данного вопроса. А ты знаешь, как Алтына это говорила? Я выбираю. У нее другое был выбор, а я вот баню выбираю. У меня один ответ. Я всем отвечаю. Я выбираю баню. Отлично. Ага. Значит, компания предоставляет вам дополнительные выборы для вас.
А, Б, а у меня В, я выбираю В баню. Отлично. Вы можете забрать ваш заказ в течение ближайших 5 дней. Можете попасть в базу наших постоянных. Ну, ты опять свой скрипт начинаешь читать. Ну, он скучный. Богдан, ну, он скучный скрипт. Выбери что-нибудь новенькое. Ну, куда ж ты не передашь? И вы компенсируете затраты интернет-магазина, которые ну, ты же знаешь, я все равно ничего не компенсирую. Ну, чего? Ну, ты же знаешь, что это все это лажа. Ну, вся лажа, это все лажа. Ну, ничего не будет. Ничего не будет. Да не будет ничего. Да ничего не будет. Да не будет ничего. Заказ уйдет обратно. Вы его заберете. Ну, и кому-нибудь другому дальше эту лажу отправите. Там же не настоящая лопата. Ты все отлично знаешь. Да, настоящий. Ну, да, конечно. Да. Ну, может, какая-нибудь железная лопата обычная лежит. Ну. Все? Значит, в каком случае доношу до вашего сведения, ну, что, учитывая факт, что вы уже были ознакомлены с последствиями невыкупа, да, мы неоднократно предлагали решить вопрос максимально мирно. Да не, еще только два раза, ты третий дня звонишь. Мы поднимаем все записи разговора сами, да, и начинаем сбор данных. Именно с опыта ну, Богдан, ну поменяй скрипт, я же тебе сказала. И вы по закону обязаны будете покрыть все расходы интернет-магазина, даже пересылку на платить и сдержки поведения вашего отдела. Слушай, так звонка твоего ждала, а ты свой скрипт читаешь. Нет бы поговорить, по душам пообщаться, чайку попить, а ты этот свой скрипт дальше читаешь. Ну, даже скучно с тобой. Вот, скучно, отлично. Скучно. Значит, работает. Не, скучно с тобой. Скучный ты какой-то стал, Богдашка. Скучно, скучно, да. Ну, давай пока. Звони, буду ждать дальше твоего звонка. Всего доброго. Всего, ага, давай. С праздником. Здравствуйте. Ваша покупка ожидает вас на почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Остаюсь. Нина Александровна, добрый день. Здрасте. Меня зовут Олеся, менеджер отдела контроля выкупа заказа. Выделали его на заказ на многофункциональную лопату для выживания. Посылка с 27 апреля. Подскажите, пожалуйста, по какой причине не смогли забрать заказ? Лопата. Сейчас найдем вашу лопату. Лопата, лопата. Так, где тут у нас лопата-то? Так, это... Ага, нашли лопату. Ой, что у нас лопата-то? Что, хороша больно лопата, да? Такая, как вы видели на фото в интернете. А, я хочу, знаешь, какую лопату, чтобы она самокопала? Самокопалка. А такую я не хочу уже, все. Я в ней разочаровалась, я хочу самокопалку. Да насрать на твое оформление. Богданчику привет передай. Богданчику передай привет. Че он мне не звонит? Обиделся, что ли? Я по нему соскучилась. Пусть мне Богданчик позвонит. Согласуем, когда позвонит Богданчик. Ой, как хорошо, что вы затратились-то. Да нахрена мне такая лопата, если она сама не копает? Я же тебе сказала, мне нужна самокопающаяся. Я боюсь маникюр попортить, а подарить... Ты что, кто такие подарки-то делает? Подарки хорошие надо делать. Кто ж подарки дарит лопатами? Ты дурында. Это ты, наверное, привыкла такие подарки получать, а я привыкла хорошие подарки получать. Красивые, чтоб можно было на шею повесить, там колечко на пальчик надеть. Так мы уладим, когда Богданчик позвонит. Я говорю, Богданчику привет передашь? Ой, так ты уже прочитала, я ж тебе сказала, привет Богдану, он знает, что я выбираю всегда баню.
Нет. Такая лопата мне разонравилась уже, все. Это не на мой вкус такая лопата. А как я буду компенсировать? Ну-ка, расскажи-ка мне. Как я буду компенсировать? Расскажи мне. Да нет, я не слышала. Еще раз повтори. У меня немножко это самое. Я тебе разговаривала. Не хочу я. Да как я могу уведомить, если у вас IP-телефония? В судебном? Ой, что суд будет, да? А когда суд будет? Ну-ка скажи-ка мне, когда суд-то будет? А кто в суд подаст? Кто обратится-то? Ну-ка расскажи-ка мне, дурындочка. Дурындочка, кто обратится в суд-то? Ты что ли пойдешь? Ну, давай дальше предупреждай. Я тоже предупредила, я никуда не пойду. Здравствуйте. Ваш суд ожидает вас в почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Опять они эту музыку врубили. Ну, что, будем говорить-то? Здравствуйте. Здрасте. Не на рекламе. Что у вас со связью? Связь наладьте, потом звоните. Я вас ничего не понимаю. А? Ну? Так, слышно меня? Ну, слышу что-то. Я говорю, по причине все еще не удалось забрать ваш заказ на лопату. Опять ты? Я ж только что с тобой разговаривала. Я ж тебе сказала, бери себе в подарок. Мне она не нужна. Нет, слава богу, со мной вы сегодня не да, только что разговаривала. Значит, по какой причине все еще не удалось? Ну, по такой же, что бери себе в подарок, я сказала. Я тебе сказала, бери себе ее в подарок. Как ты мне ее предлагала? Да зачем? Вот ты его купай и забирай. Мне-то она нахрен нужна от Трофимова Александра. А кто такой Трофимов Александр? Расскажи-ка мне. Дурында, слушай меня. Дурында, кто такой Трофимов Александр? Нет, мне это не мой поставщик, это твой поставщик. А мне надо посылку от тебя. От тебя посылку пришли, потом будем разговаривать от твоей фирмы. Как хочу, так и разговариваю. Я с дурындами только так и разговариваю. Да опять. Ну и давай еще твоего государства. А ты из какого государства? Скажи-ка мне, дурында. Какого государства прибыла, а? Тебе дарю. Ты слышишь меня? Да ничего я компенсировать не буду. Сама-то поняла, что говоришь? Тебе дарю. Давай, ага. Ты что ли придешь ко мне, повестку принесешь? Господи, вот придурки-то, а. Угу. Связь наладь, я тебя вообще не слышу. Что ты там тарахтишь? Все, высказалась? Нет еще? А чё молчим, не отключаемся? Чё, нельзя трубку бросать? Да. Здравствуйте. Меня зовут Юрий, я звоню по поводу вашего заказа на цифровой охоте Чебинады. Ну? А чё вас так плохо слышно? Вы можете погромче говорить? М? Ну, что-то более-менее. Ну и что, Юрий, скажешь? То, что ваш заказ доставили, ожидает вас в почтовом отделении. Угу. Улица Почтовая, 2. Ну, так он только пришел, а что вы названиваете? Я звоню, чтобы сообщить. Ну, и сообщил, и что дальше? Сумма ваша.
вашего заказа 5580 рублей. Ага. И что дальше? А кто мне отправил стройвент? А что они делают? Строят? А при чем здесь бинокль? Мне дача не нужна, и квартиру мне не надо ремонтировать. И ничего строить не собираюсь. А при чем здесь это? Ну так отправитель-то стройвент. Ну, строительством занимаются. Я и говорю, что мне ничего не надо строить. А вы по Акведу посмотрите, еще какими он занимается. А что он занимается? Ну, так и вот пусть дальше строит. А что, я-то тут при чем? Так у него деятельность не заканчивается на том, чтобы... Да. Строительная деятельность. А что, и биноклями торгует, да? А еще чем торгует? Ну-ка скажи мне, кроме биноклей-то. Что еще торгует? Пылесосами? Посмотрите. Пылесосы, наверное, щетки, да, вот эти щетки, которые вот это, моют окна, он торгует? А чем еще торгует? Этого я не могу сказать. А что ты можешь сказать тогда? А что ты еще можешь сказать? Ну, говори, слухаю. Что-то у вас сегодня звонилки какие-то квелые. Вы что, не выспались? Или... А пятница. У вас что, выходные-то бывает? Нет? Или вы так, это 24/7 работаете? Нина Григорьевна. Ну, я слушаю, я Нина Григорьевна. Да, Марина мне тут звонила на другой телефон тоже сейчас. Я вот все хочу, когда мне Богдан Екатерина позвонит. Есть там она сейчас у тебя рядышком? Богдан Екатерина-то? М? Ну, что мы... Ну, как что говорю? Я хочу, чтобы мне позвонил Богдан Екатерина. Ну, я все жду, не дождусь. Все какие-то мальчики, девочки другие звонят. Никак не дождусь Богдана Екатерины. Вы для чего делали заказ? Я делала заказ, чтобы мне позвонил Богдан Екатерина. Я хочу с ним пообщаться. Он звезда Ютуба. Круто ты попал на Ютуб. Ну и ты попадешь тоже туда. Я понял вас, вы специально делаете заказ. Конечно, он ты какой умница. Вот видишь, какой ты молодец. Ну смотрите, для того, чтобы установить... Да ничего ты не установишь. Ты что, не понимаешь, что ли? Ты уже меня, знаешь, сколько устанавливаете? Никак установить не можете. У меня уже блокнот скоро закончится от ваших записей. И никак установить не можете. Ты что, недавно работаешь? О, все. У нас сделали заказ на цифровой охотничий бинокль. Ожидая заказ на почтовом отделении 7-й день. Скажите, пожалуйста, почему заказ не забрали? На почтовом отделении. На почтовом отделении дожидает. Да. Угу. Как интересно. Сейчас посмотрим. Вы ответите на мой вопрос. Когда вы будете забирать свой заказ? Да сейчас ты подожди, я посмотрю, что там за бинокль-то. Нина Григорьевна, когда вы будете забирать свой заказ? Да, я тебе сказала, подожди, вон нашла бинокль. Так, а что это мне стройвент прислали? Это что у нас? Так я не у них заказывала, ты слышишь меня? Видимо, вы меня не слышите, я вас со своей стороны хочу вам напомнить. Я тебе сказала, я у них-то не заказывала, а что они там делают, стройвент, строят дома? Да как хочу, так и разговариваю, ты дурында. Мне дома не надо строить, мне не надо дом построить, понимаешь? И дрова мне от них не нужны. Вот пусть они дальше строят дома, а я от них бинокль не заказывала. Да не буду я забирать от них. Ты что, не понял еще? Так, отключить-то забыли. Слушаю. Здрасте. Здравствуйте, Нина Григорьевна, правильно? Ну, слушаю. А вы кто? Меня зовут
Сергея, менеджера отдела контроля выкупа товаров. По поводу вашего заказа звоню на цифровой охотничий бинокль. Ожидает на почте 11 дней. Скажите, а почему не выкупили и когда планируете забрать заказ? Так, бинокля. Сейчас посмотрю, подожди. Ага, нашла бинокля. А что это, кто такой Стройвест? Наш официальный поставщик. Не надо мне. Они дрова присылают, а мне дрова не нужна. Да я знаю, они дрова присылают, а мне дрова не нужны. О каких дровах можно найти? Нет, ну я же сказала, мне дрова не нужны. Я вам сообщаю, что если ваш заказ будет не выкуплен до 11 мая, мы будем вынуждены... Ну ладно, Сергей Воробей, мне некогда, я тут водку пью, а ты мне мешаешь. Ну водку я пью, сейчас праздники, мне не до заказов, ты понимаешь? Понимаешь. Все, отключился? Бандеров отмечает. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я зовут Светлана, отдел контроля выкупа заказа. Вы делали заказ на Венеры. Ваша посылка находится в почтовом отделении. Скажите, пожалуйста, когда у вас будет возможность ее забрать? Ой, сейчас посмотрим Венеры. А что там? Когда она пришла? 26-го, сегодня. Сегодня пришла уже? Ой, как хорошо. А, так это я дочке заказывала. Ну, надо с дочкой посоветоваться. Вот пусть она мне денежку даст, и мы разберемся с ней тогда. Хорошо. Хорошо, по возможности возьмете. 2 недели она бесплатно хранится у вас в почтовом отделении. Хорошо, разберемся. По возможности подойдете, заберете. Спасибо вам за ответ. Всего доброго. Алло. Слушаю. Алло, здравствуйте, это почта. Какая почта? Второе отделение. Это Нина Викторовна? Да. Нина Викторовна. Вам посылка пришла в наше второе отделение. Какое второе отделение? Подождите, куда она пришла? Какой город? Вот второе отделение. А Первомайская 162 где? Ваша третья почта? Какое отделение выходит? Все, поняла. Это мошенники прислали, так что она может недельку, месяц полежать, потом обратно вернете. А вы не будете брать, да? Нет. Спасибо. Хорошо, спасибо вас с праздничками, девочки. Спасибо вам. Хорошо. Ага, спасибо, до свидания. Вам с праздником. Всего доброго. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Отдел контроля по выкупу заказов, менеджер Ирина. Вы ранее делали заказ, ваша посылочка уже прибыла на почту. Подскажите, когда сможете подойти и забрать? А вы к кому обращаетесь? Я прозваниваю Виноградовой Нине Викторовне. Это вы? Ну, она только вчера пришла. И чё? Вы же сегодня звонили уже. Сколько ж можно звонить-то? Вы что, так и будете звонить мне по 2 раза? Я вам звоню сообщить о том, что посылка... Да я знаю, мне из почты сегодня позвонили. Что дальше? Хорошо. Всего доброго, спасибо. Любовь Юрьевна, добрый день. Меня зовут Олеся, менеджер отдела контроля выкупа заказов. Выдавали у нас заказ на электрическую ножеточку в улучшенной версии, плюс шеф-нож Самура, антиприлипающий нож и овощерезка в комплекте. Посылка поступила на ваше почтовое отделение. Скажите номер вашей посылки. В СМС вам приходил? Не помню, я сейчас не дома. Угу. Может быть, есть возможность сейчас записать его? Он нужен будет привыкнуть. Я по улице иду. Где? Чем? Хорошо. Запишу. Поняла. Я вас тогда отправлю вам СМС повторно. Адрес вашего почтового отделения, улица Пушкинская, 9. Сумма к оплате 4980. Посылка от кого пришла? На посылке указываются данные города отправителя и индекса, плюс бланк наложного платежа. Нет, посылка скажите, отправитель вашего склада.
Отправитель кто? Отправитель кто? Я отвечаю на ваш вопрос. Вы сказали город. Центральный офис находится по другому адресу. Не вам закажем дополнительная документация нашего магазина. Точный адрес склада нашего офиса ИНН. С этими данными вы можете ознакомиться. Визитки вашего заказа. Ты что, глухая или дурная? Скажи мне, отправитель право публиковать данную запись или придать публичности вашего недостойного поведения. Очень хорошо. Я уверена, что родственники и друзья, а также жители вашего населенного пункта оценят недостойство вашего высказывания. Давайте с вами продолжим диалог. Диалог в корректной форме. Любовь Юрьевна, когда сможете забрать заказ? Я тебе спрашиваю, отправитель кто? Я уже отвечала вам на этот вопрос. Нет, ты не сказала мне, кто отправитель. Со своей стороны хочу вам напомнить, что во время оформления заказа именно вы были оператором, заключили устный договор оферты. В случае невыкупа заказа вы нарушаете этот договор, и на вас могут быть возложены штрафы. Также будьте внесены в черный список. Этот факт осложняет для вас оформление заказов в интернет-магазинах и одобрение кредитов для банков. Давайте с вами уладим этот вопрос мирно. Когда сможете забрать заказ? Не буду забирать. Мы вам предлагаем на выбор несколько вариантов. А вы я выбираю один вариант, у меня всегда только один вариант. Пойти в баню, пойти. Также вы сможете получить подарок, который у вас в посылке. Подарки ваши долбанные, там я рулон туалетной бумаги. И вам мы передаем ваши достала, у меня автобус уходит. Данные в базе благонадежных клиентов, а также вы компенсируете интернет-магазину расходы, которые понес на выполнение вашего заказа. Каков ваш выбор? Баню идти, я же тебе сказала. На данный момент вам необходимо забрать заказ в кратчайший срок. Как вам было сказано ранее, прямо вот в пятки говорят у меня. Так я беру. Раньше времени. Сообщаю вам, что если посылка будет не выкуплена, наше руководство будет вынуждено обратиться в вышестоящие инстанции. Во избежание последствий выкупайте ваш заказ в течение 5 дней. Я вас предупредила о последствиях, Любовь Юрьевна. Вы решаете сами. Всего доброго. Ваша покупка ожидает вас на почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Остаюсь. Алло. Кто там? Здравствуйте, Любовь Юрьевна. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, я менеджер отдела контроля выкупа заказов. Угу. Вы делали у нас заказ на электрическую ножеточку. Угу. Ваша посылка ожидает почтовом отделении. Почему не забираете? Ну, да ко мне Кадимов какой-то прислал Айрат, а я у него не заказывала. А вы какой магазин? Что вы не заказывали? Вы какой магазин звоните? С какого магазина звоните? Вы заказывали у нас электрическую ножеточку. Я спрашиваю, какой вы магазин? С какого магазина? Интернет-магазин, Just Goods. Ну, а почему мне Айрат какой-то прислал? Что? А почему Айрат какой-то прислал? Кто это такой? Какой Айрат? Айрат! Ты что, не слышишь, что ли, что я говорю? Айрат мне прислал. Я у него не заказывала. Что это за Айрат какой-то? Отправитель Кадымов Айрат, данный поставщик, зарегистрирован в нашей компании. Мы работаем напрямую с официальными поставщиками. Пришлите его. Я отвечаю на ваш вопрос. Я говорю, Инанан, пришли его, потом будем разговаривать. Зарегистрирован в нашей компании. Вот товар полностью проверен нашими специалистами. Мне надо проверять, я сама проверю. Давай мы вашу посылку. Инанан, его пришли, потом будем разговаривать. Хочу напомнить, при оформлении заказа Ирина, вы были инициатором, заключили устный договор оферты. В случае не было по заказу... С кем я заключала? Джаз Гуд, а не с Айратом. Вот Айрат пусть и обратно забирает. Вы будете внесены в черный список, это база неблагонадежных клиентов. В дальнейшем для вас это осложнит оформление заказа в интернет-магазинах, а также повлияет на кредитную историю для банка. Что дальше?
Давайте уладим вопрос мирно. Скажите, когда я вы выкупите свою посылку. Пришлешь Айрата, тогда будем разговаривать. Мы вам предоставляем на выбор несколько так, вариантов. Я тоже предоставляю на выбор. Товар, ты присылаешь мне на Айрата, или я не получаю посылку. Гарантированная скидка на следующий заказ. Или мы передаем ваши личные данные, а база не была надежна. Клиентов, а также вы компенсируете затраты интернет-магазину, который понес на выполнение вашего заказа. Какой ваш выбор? Прочитала скрипт. Я же тебе сказала, мой выбор присылаешь мне на Айрата. Я уже ответила на этот вопрос по поводу Айрата. Вот, если вы тогда и будем говорить. Также информирую, если вы не выкупите свою посылку в течение 5 дней, она уедет обратно. Ваши данные тогда уже перейдут в юридический отдел для установления личности. Я у него не страховую компанию. Страховая компания с вами будет разбираться уже через суд. Получим все свои убытки обратно. Вы понесете все расходы за ней и останетесь без заказа. Поэтому во избежание последствий выкупите свою посылку в течение 5 дней. Не. До свидания. Покендова. Все? Здравствуйте. Ваша покупка ожидает вас на почте. Для получения информации оставайтесь на линии. Даюсь. Дают работать. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь Юрьевна, вы меня слышите? Ответьте, пожалуйста, у меня для вас важная информация по вашему заказу. Какому? Заказ сделали на ножеточку. Заказ ваш ожидает на почте. Почему его не забираете? Кто его отправил? Заказ на ножеточку ожидает. Почему вы его не забираете? Я говорю, кто отправил? Ты что, глухая, что ли? Мы работаем на ты, мы с вами не переходили, Любовь. Так, я задала вопрос, отвечай. Они на ты, мы с вами не переходили. Я обращаюсь, кто отправил мне этот заказ? Наш поставщик Азимов. Кто? Я еще раз говорю, наш поставщик Азимов. Мы работаем напрямую с официальными поставщиками. Я его, знаете, не знаю, ведаю, но его я не заказывала. Отправляются именно вы ему. Какой да, магазин? Какой магазин? Магазин Just какой? Good. Вот вы когда отправишь меня со своего хочу магазина. Напоминай, что хочешь, отстань, я работаю. Фирма, на вас будут начислены штрафы. Да давай хоть что хочешь, напугала. Штрафы, черный список, базу неблагонадежных покупателей. Это факт сложника. Ты сама это понимаешь, что ты говоришь? Придумали какой-то дурацкий. Если заказ вы не выкупите, ваши данные... Да, конечно, не выкуплю я от этого придурка. Мы получим все убытки обратно, страховая разбираться будет через суд. Как ты говоришь? Ту сумму, которую мы потратили, добавляются судебные издержки. Я же говорю, ты хоть понимаешь, сама ты что ты говоришь? Слушаю. Здравствуйте, Любовь Юрьевна. Здрасте. Меня зовут Богдан, я менеджер отдела контроля выкупа заказов по поводу вашей посылки. Какой? Заказ находится на почте уже 29 дней, даже точка шепчилась. Скажите, пожалуйста, почему еще не забрали заказ, когда будете забирать его? Ой, Богданчик, ты, как я по тебе соскучилась. Чего ж ты так редко мне названиваешь-то, а? Мы с вами первый раз общаемся. Да что ты, Богданчик, мы уж с тобой столько лет знакомы. Ну, не лет, конечно, но год-то точно. Ну. Какой год? Я неделю работаю. Богдан, да ты что? Да ну, хватит. Мы с тобой еще в Крым собирались ехать, забыл, что ли? Куда-куда? В Ялту. В Ялту. А, тогда вспомнил. Хорошо. Вспомнил, да? Привет, от Алтынай тебе. Да-да, Алтынай тоже. Вот, видишь, как сразу вспомнил, сразу, что не неделю работаешь, а то неделю работаю. Ну что ж ты так? Ну я давай, скрипт свой читай. Знаете ли вы меня или не знаете? Ой, да тебя, по-моему, уже весь Ютуб знает. Да какой-то Ютуб. Да ты чего уже? У меня два ролика вышло с тобой. У Алтынай сколько вышло? Да ты что? Ты ж звезда Ютуба. Тысячи человек это не весь Ютуб. Да ну, так и там знаешь сколько знает? Ну нас еще знает. Не по одному каналу уже тебя крутят. Это немного. Вы набирайте быстрее популярность, чтобы действительно уже начали люди узнавать. Ага. Так набираем.
Богданчик. Ну, давай, читай скрипт. Слушай, а если ты скрипт не прочитаешь, что тебе будет? Скажи, пожалуйста. Откуда я знаю? Ну, как это? Ну, ты же прям на доске почета говорил. Так и есть. Передовик производства. А какой, какого производства ты, этот самый передовик? Да, я ж не знаю, какого производства. Не знаешь, да. Ну, ты же говорил, на доске почета висишь. Премию тебе дают. Вот видишь, ты, ты же сам хвастался мне. Ну что, ты забыл, что ли? Нет, я все помню. Так а когда заказ вы заберете? Да какой заказ? Отстись. У меня такого заказа что-то я не вижу. Очень жаль, что вы его не видите. Хорошо, значит, напоминаю вам. Вы можете сейчас, да, прийти на почтовое отделение и благополучно забрать свой заказ. Перестань ты, какое почтовое отделение? Ты же знаешь, что я не в том районе даже живу. И зовут меня по-другому. Ну, ты все ты отлично знаешь. Ну, что ты говоришь ерунду? Я ж, естественно, со своего района не поеду куда-то в тему таракать. Хорошо. Значит, напоминаю вам, да, что во время оформления заказа именно вы были инициатором. Мы с вами заключили договор оферты. И в случае невыкупованного заказа вы его нарушаете. И на вас в связи с этим действительно может быть возложен штраф, превышающий сумму вашего заказа, база неблагонадежных клиентов, черный список. Что для вас осложнит заказы в интернет-магазинах, повлияет на одобрение кредитов для банков. Поэтому давайте вместе с вами уладим вопрос. Скажите, пожалуйста, когда заберете свой заказ? Так а что его улаживать? Сегодня посылка должна уже обратно уйти. Так нет. Как это нет? Ну, еще пока рано. Да почему? Мы вам пришла... продлим срок хранения специально. Продлим. Ой, ты мой хороший. Чтобы у вас была возможность забрать заказ. Скажите, пожалуйста, а когда это сделать? Значит, ты еще мне позвонишь, да? Ну, раз продлим, значит, ты еще позвонишь. Слушай, Алтына обижается. Почему ты ей не звонишь? Позвони срочно. Она ни с кем не хочет общаться, кроме тебя. Так, нечестно. Обязательно позвони. Позвони, также хочет, ни с кем не разговаривает, говорит, у нее личный менеджер. Слушай, а у меня вот личный менеджер, знаешь, кто был? Этот Андрюшенька. Че, где там Андрюшенька-то? Ой, ну, мальчик такой с голубизной, ему мама не разрешает с девочками встречаться. Вот соскучилась я по нем тоже. Хочу, чтобы Андрюшенька мне позвонил, мой личный менеджер. Первый раз слышу. Ну как это? Ну ты что? Ну ты что, Андрюшенька, такой мальчик. А баба у вас стерва сегодня с утра какая звонила. Ну где вы таких набираете, я прямо не знаю. Нет, конечно, без шуток, но у нас никаких Андрюш нет. Нет, есть Андрюшенька, у меня даже запись с ним есть на Ютубе. Ты что, мальчик такой? Ну это значит другой магазин. Ну у вас что, ни одна фирма что ли звонила-то? Ну, значит, с другой фирмы, да. Ну, бабы стервы, да. Вообще. Значит, да. Баб меняйте, поставьте больше мужичков, и, видишь, с вами лучше разговаривать. А бабы стервы, даже наши мужчины не выдерживают ваших баб. Да чё ж они противные. Какой ужас. Да. Значит, компания предоставляет вам на выбор несколько вариантов. Ну, ты знаешь, что я выбираю вариант другой. В течение ближайших 5 дней можете попасть в базу наших клиентов. Но... подарок от нашего интернет-магазина будет скидка. А что подарок-то? Ну-ка скажи, Богдашечка, что там за подарок? Вот, либо мы передаем ваши данные в базу неблагонадежных клиентов, а также вы компенсируете затраты. Богдашечка, ты знаешь, я пойду получу посылку. Ты мне вот обещала в баню сходить со мной. Вот как только сходишь со мной в баню, так я сразу посылку получу. Обещаю тебе 100%. Это уже будет поздно. Не-не-не-не-не-не-не. Быстренько. А давайте вначале заберете, я как раз собираюсь в Ялту ехать. Вот и я хочу, Ялту, ой, так. Как я в Ялту хочу. Потому что вот мы там встречаемся, сходим в баню. Ты же знаешь, что у меня баня это все. Так не сходим, если заказ не заберете. Нет, а потом уже заказ, поеду куда-то вначале, в Новгородской области. А поеду в Новгородскую и получу посылочку. Ну что такое, утром деньги, вечером стулья? Не-не-не, ну а я вот так работаю, я вот такая.
ветреная женщина. У меня вначале баня, зря. А потом все остальное. Это зря, это зря. Не, наоборот. Давайте поговорим, что наоборот. Вот у меня вначале удовольствие, а потом уже остальное. Ну как, в баню сходим, посмотрим. Я посмотрю, кто, хоть как ты выглядишь, Богдашка. А то... Ну... Даже хорошо. Интересно, ты хоть бы фотографию прислал. Посмотри на себя. Не в обиду вам, но я по молоденьким больше. По молоденьким, да? Ну, да. А я, может, молодая? Ну... А по молоденьким мальчикам, что ли, ты? А, ты же Богдан Екатерина. А что у вас я будет? Я же это самое что? Забыла. Ты по мальчикам у нас. А, уже теперь даже я, и Андрей, и я, да? Ну да, так ты же Богдан и Екатерина, так получается, да, вот видишь как. И? Как я вижу? Ну как, Екатерина как? Только по мальчикам ходит. Это какая Екатерина? Ну так ты же Богдан и Екатерина. Какая Екатерина? Ну ты что, забыл что ли? Да, не помню, а ну напомните. Ну, а что напоминать? Ты на YouTube зайди, послушай, Алтанай. А ну напомните. Ну, ты же когда посылку, это самое, читала, Алтанай, она сказала, так не Екатерина прислал, ты говоришь, так это я. Да. Ну, ты, да, с тех да. пор ты стал у нас Богдан да. Екатерина, да. Так, а так, тут мне прислал посылку, какой-то Кадимов, да, Айрат. Да. А ты что, сейчас за Айрата сегодня, да? Я Айрат Казимов, все правильно. Ой, ну видишь, как у тебя тоже плавающие имена, как и у нас, значит. Все правильно. Ну вот видишь как. Ну так чего, в баню-то пойдем? В баню-то пойдем. Когда заказ заберете, я же вам сказал. Не, вот вначале, я же тебе сказала, вначале баня. Вот вначале заказ, а потом вначале уже... Вначале баня, ты все равно заказ. Меня не перебедишь. В начале бани. Хорошо. Значит, если вы не забираете ваш заказ в течение ближайших двух дней... Ну, ты по второму разу уже свой скрипт ваш заказ отправляется обратно. То ваши данные переходят в юридический отдел для установления личности. Далее в страховую компанию. Богдашка, ну ты же повторяешь. Страховая компания будет разбираться с вами через суд. Скажем, в сумме, которую потратили мы, добавится судебные издержки. Понесите расходование и останетесь без заказа. У меня аж даже инфаркт, вот знаешь, такой вот миокарда своего тела. Хорошо, держи. Мне даже хреново стало. Пойду держи. В баню сейчас, прямо срочно здоровье поправлю. Скорее. Всего доброго, до свидания. Давай, Богдашечка, пока. Звони, не звони.